На трассе М7 в Маргаушском районе началось строительство двух надземных переходов. Стоимость объектов более 125 миллионов рублей. Первый надземный переход построят на 618-м километре возле деревни Сидукасы, второй на 619-м возле села Ахманея. Длина каждого сооружения с лестничными сходами будет более 82 метров. Остекление выполнят из монолитного поликарбоната. Для маломобильных людей предусмотрены подъемные платформы. Для слабовидящих – тактильно-рельефные наземные указатели. Подрядчик уже приступил к устройству опор. Строительство завершится к концу 2021 года.